Кочира, эй, Тосо, прошу следовать за мной. Но я пропущу свой рейс. Сюда, прошу вас. Паять мой кузов. Если это из-за крюка, то его потому в декларации нет, потому что он свой, родной. Вот, он приделан ко мне. Эй, я тебя знаю. Это ты голой покрышкой на автоген. Наконец-то я могу представиться. Финн МакМиссл, британская разведка. Просто мэтр. Американская сборка. Где служите? ФБР? Лэндли? А где что сломается, так я, значит, там и есть. Тоже кое-чего умею. У меня черный кожух по гайке дзюцу и по кардиодоте первый дан. Показать тебе сеточку? За вами хвост. Значит, захват за капот, выдергиваешь куккумулятор и предъявляешь, чтоб у него колеса со страху спустили. Зовется, прости меня, друг Луиджи, обождался в потьмах. Эй, 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 ау, вон он, смотри! Ой, ладно. Слушай, покатил я, пожалуй. Мне ж домой лететь надо. Не волнуйся, куда надо, достанем. Держи. И правда, первоклассный сервис. Даже кузов не той парень. Да нет, Пиндарё. Там твои напарники по выступлению. Такой вид, будто хотят догнать и что-то сказать. Давай вперед. Только не вздумай останавливаться. Вау! Финн, это Сид. Иду на полосу. Вижу тебя. В случае чего, ты мне сам не велел сбрасывать скорость. Вау! Больше вещички в багаж не сдаю. Ты вовремя. Торопился. Ой, соляру мне в бак! Это ж моя воображаемая подружка. Давай скорее сюда. Ну, гляжу, я пробудил в тебе серьезные чувства, красавица. Вон чего ради свидания выдумала. Держи щит! Начало дня. То перед лицом смерти чувствуешь полноту жизни. Да, посмотрим, цело ли устройство. Первый раз под самую звездку на самолет сажусь, а ведь чудя! Нет повреждений. Чудесно. Специалистов показаться. Чё-то заднюю ось ломит и инжектор зудит. Так, сгружаем фото. Дайте, что ли, познакомлю вас. Это значит, Финмак забыл как. Он, похоже, по линии сервиса в аэропорту работает. А это Фин, моя подружка. Как звать, ты не говорила как? Да, прости. Делюкс. Холли Делюкс. Значит, Делюкс. Холли... Наконец-то. Пора выяснить, кто же организатор. Что это? Это один из самых паршивых движков на свете. Старый алюминиевый восьмицилиндровик на свечах Лукаса и на болтах Уитфорда. Тьфу! Их дюймовая резьба, это жесть, ненадежно. И ключей нигде не сыщешь. Да-да, чудесно. А можно наконец узнать, чей это двигатель? Ну, вроде по такой фотографии не определить. Ведь это ты ее сделал? Холли. Ой, да. Что я несу? Хороший агент узнает лишь то, за что не надо расплачиваться жизнью. Агент? Так вы что же это, страховые агенты, что ли? Кто к нам спешит, а после ДТП? Ой, стойте! Вы тайные агенты, шпионы, значит! Холли, сколько автомобилей выпускалось с этим типом движка? Его ставили на 7 разных моделей в течение 12 лет. И всего с ним сошло с конвейера 35 тысяч автомобилей. А ты симфония! Очень хорошо. И голос сладкий! Отвлекаешься! Похоже, заехали в тупик. Не хватает деталей, чтобы хоть немного сузить круг подозреваемых. Тебе, может, не хватает, а у него детали завались. Он половину узлов в моторе заменил.
И погляди на те коробки. Это же заводские запчасти. Редкие и стоят немало. Раритетные? Зацепка и не дурная. Согласна. Браво, мэтр. Я бы упустил это из вида. Я знаю в Париже одного торговца запчастями с черного рынка. Мошенник редкостный, но только он может ответить, чей этот двигатель. Мэтр, что если мы тебя ангажируем как опытного нелегала? Ух ты, чего? У тебя же все время шлют на передовую. Да не, все больше на посевную. Ай, не знаю, Финн. Сказать честно, я нонче никому особо не пригождаюсь. А нам весьма. Прошу тебя. Ой, ну ладно. Но вы в курсе, что я всего-навсего ремонтник? Да? А я всего лишь менеджер по туризму. Сидли? Да, Финн. Париж, живо при. А, живей при. Что как муха сонная? Ух, всегда шпионом мечтал быть. Правда? Я тоже. На сверхзвуке, сэр. А иначе не полет. Check this out. Activate. Check this out.